17-летний Матвей с гордостью рассматривает часы. Похвастаться такими может далеко не каждый подросток. Ценный подарок и почетную грамоту вручил ему лично начальник ГУ МВД России по Самарской области генерал-лейтенант полиции Александр Винников. За проявленную активную гражданскую позицию, содействие органам внутренних дел в выполнении возложенных на них оперативных служебных задач награжден. Почетной грамотой Главного управления МВД России по Самарской области и ценным подарком Туркин Матвей Денисович. Возвращаясь из колледжа, Матвей нашел на улице холщовую сумку с железной скобой. Она была опломбирована, и сверху на прикрепленной бумаге значилась сумма 40 тысяч рублей. Матвей понял, сумку потеряли инкассаторы, и отнес находку в ближайший отдел полиции. В ходе работы полицейские установили, что имущество действительно было утеряно сотрудниками инкассаторской службы и вернули ее работникам. Я рассказал всем, некоторые даже посмеялись, некоторые спросили, почему не забрал себе. Я подумал, что, во-первых, был бы больше проблем у того, кто ее потерял, а во-вторых, не хотелось и мне проблем. Никакого подвига я не вижу, потому что это не мое, и я должен это вернуть хозяевам. Матвей учится на первом курсе, увлекается компьютерным программированием, помогает по хозяйству бабушке. Говорит, ей это первый и покажет наградные часы. Ну и, конечно, друзьям. Виктория Шарая, события.